Дорогие посетители, приветствую вас от имени флагманского белорусского бренда «Коммунарка». Наша история началась уже более 100 лет назад с небольшой кофейни по производству шоколада и конфет в центре Старого Минска. В начале 20 века это было одно из первых мест, где были представлены шоколадные изделия белорусского производства из какао-бобов Африки. С первых дней и уже более века современное производство, высочайшее качество, уникальный вкус и доверие наших покупателей и партнеров из разных стран мира определяют наше лидерство и стабильное будущее. Приглашаю вас взглянуть за кулисье известного белорусского бренда. Добро пожаловать! Активная модернизация на предприятии началась в 2012 году с линии по производству вафельных сортов конфет. Особенность производства – это полный цикл переработки какао-бобов. Бобы сначала обжариваются, потом с них снимается какао-велла. Из полученного тертого какао на прессе получают какао-масло и какао-порошок. На следующем этапе производства шоколадных масс и глазури происходит смешивание рецептурных компонентов, измельчение на мельницах и конширование. Готовые массы поступают на отливку плиточного шоколада и в цеха для отливки глазури. В чем секрет успеха конфет фабрики «Коммунарка»? Этот вопрос задают себе многие. Все дело в приятных воспоминаниях с самого детства. Новогодние подарки с любимыми конфетами на Новый год под елкой. Потом первый взрослый день рождения с первым шампанским. Чаепитие с подружкой на кухне, в гости к маме и всегда твои любимые конфеты. Это вкус радости. В шоколад превращается сердце. Стоит лишь от оберток раздеться, и растает в руках шоколад.